В безлюдных улицах Бураева тихо и спокойно. Висят портреты главного кандидата. Выборы в селе Бураево. Зашел в Бураевскую территориальную избирательную комиссию. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно? Привет. Сколько у вас участков здесь функционирует? Ладно, 51. Нет, здесь 51 участок. В районном центре? Нет, вот здесь в самом Бураево. В самом Бураево 7. 7? 7? А вы кто будете? Я секретарь совета. Ага. А не скажете, где находятся вот эти, где выборы? Адреса? Ага. Адреса скажем. Просто посмотреть, мы ездим, вот тут от самого Нефтекамска смотрим. Явка плохая. Ну как плохая, неплохая явка. Не знаю. 48-38. 49% явка, это неплохо. Нефтекамский какая явка? А? Нефтекамский. Да, я с утра был тоже там, не очень. Там, как... А очень это у вас как? Ну, очень. По району у нас 59-87, 60%. Это очень хорошо, я думаю. Районный центр уже всегда ниже процент. Вот с кем приехали? Я с водителем. Вы просто так? Как понять? Подстойте и... Я снимаю, ну как бы редакционное задание у меня. Задание и... у вас есть, да? Да, вот. И штат мне поручение дает. А редакционное задание? А у меня это. Вот. Тоже. Просто следим за ходом, потом уже в центр, в Москву. Вот, отчет. Так, в одно время в Краснокамском районе кто-то снимал, не вы снимали? Целый ход событий. А, в Шушное? Да, видео. Это выгнали, да? Нет, выгнали. Я ей говорю, что до знакомых. Что выгнали там? Целый день же вы там? Да, ну что, ну, слишком много нарушений там выявил. Я всем заявлений только до обеда написал о нарушениях. У них же там наглядно агитация висела, все. Ну, там, конечно, должен специальный корреспондент, номер, карта, срок действия, главный редактор, задание, где сам... Задание вам письменной бумажки нужно? Ну да, бумажка есть, нет? Нет такой бумажки. Ну такая бумажка давно же. Понимаете? Если вы хотите снимать. Но процесс вы щуточку там можете фиксировать. А да, да, да. Да, только вот так. Если долго будете, я уж... Я знаю. А они тоже долго. А что, сейчас запрещено? А? Нет, не запрещено. Просто вы целый день хоть вот этого голосования не имеете права без редакционного задания. Вот мне делать нечего, весь день у вас сидит. Сейчас куда пойдешь? Я не знаю, посмотрю, по улицам проеду, посмотрю. Ладно, ну избирательные участки там. Там видно будет, да. Ага. Ладно, до свидания, главе, привет. Вы давайте, когда на сельский совет в следующем году будем избирать, тогда приезжайте. Ага. Тогда для нас интереснее будет. А сейчас что-то вообще так, знаете, выборы без выбора сейчас идут. Вообще, никакой интриги, никакого скандала. Нет, вопросы-то есть, у нас от КПРФ сидят, от патриотов сидят. Ага. Комиссия не просто так. Ну вы да. Думаете, что? Очень... Ладно, пойду. До свидания. Ладно. Все спокойно, тишина. Народа почти не видно, хотя люди, избиратели всех говорят, что явка уже зашкалила за 50%. Никакой борьбы. Наблюдателей тоже не видно. Все знают, все уже понимают, что выборы это фикция. Непонятно, зачем потрачено столько много денег на организацию этого мероприятия. Для чего это все происходит? Выборы без выбора. Республика Башкортостан. Александр Александрович, да? Я ничего против не имею. Я уже тих зашел. Я знаю. А явка как? Нормальная. Нормально? Нормально сколько уже? Сколько процентов примерно? Не знаю, сколько, пока еще не считали. А то в деревне Кореева уже, говорят, 70% в 10 часов утра было. У кого? В Кореева? Да. В Кореева, может быть.
Ни скандалов, ничего. Прошлые выборы интереснее были. Не знаю. Сейчас наблюдатель это не смотрим. От кого, какой партии? Ну ладно хоть, а то везде Единая Россия сидит. До самого Нефтекамска одна Единая Россия, больше никого нет. Все? Кто у вас председатель? Я председатель. А наблюдатели кто у вас? Вы, да? Никого нету везде, от самого Нефтекамска. Одни единороссы сидят. Один, я видел где-то. Здесь коммунист. Он член комиссии у нас, от коммунистов. А вот от появления Серега. Можно? Да. История.